преграды нет. Несите, голуби, несите народам мира свой привет. Сейчас в мире достаточно тревожная обстановка, и каждый человек должен понимать, что только в мире, в сотрудничестве, в счастье, в любви можно создать счастливое детство, счастливую планету. Это очень важно. И я, например, как историк, очень горжусь тем, что сегодня поучаствовал в такой акции. И думаю, что эта акция будет у нас традиционной. Действительно, миру мир, счастье всем на планете. Олицетворение мира, а живой голубь – это продолжение жизни. Мы молодые, поколение будущего. Именно поэтому мы и выбрали живую птицу, которая символизирует нашу жизнь в будущем. Светлое, наше хорошее, счастливое будущее. Понравилось голубей запускать. Я никогда еще не запускал белых голубей. Какие у вас эмоции были? Просто супер. Это просто вообще взрыв мозга. Я ни разу такого не делала, поэтому у меня вообще отличное настроение. Акция была очень прикольная. Особенно мне понравилось опускать голубей.